Ульянка, ты чего? Яна. И давно наша лиска румзе? Яночка, спынися, бо зараз великое соленое в озеро наплачешь. Захочу и наплачу. Ай, да спынися ты и расскажи, у чем справа? У меня нема гарбуза. Якого такого гарбуза? Самого звичайного, у городі он еще не вырос. И правда, гарбузы з'явятся только осенью. И что мне теперь робить? Яночка, а яблок тебе не подыдет? Ты огурок? Ну не, яны не подыдут. Почему? Так само смачные и, меж іншим, корыстные. Топа, ну як ты не разумеешь? Без гарбуза карета не отрымается. Карета? Якая такая карета? Якая? Сказки про попелушку? Почекай, Яночка. Ты хочешь стать попелушкой? Тады чакай до осени, коли урожай гарбузов сберем. А я не хочу чакать до осени. Мне феечка навык чарованную палочку позычила, а звычайного гарбуза чакать не дочакаться. С этой плаксой треба нечто робить. Феечка, да помогайте! Феечка! Добрый вечер, сябры мои. Приданя, феечка. Ой, какая вы модная. Подобается? Я ж сучасная фея, вось и вырашила сучасный образ примерить. А вам вельми пасует. Дякую. А у вас нема гарбуза? Гарбуза? Ну, такого великого. Ну, с якого карета може отриматься? На жаль, нема. Я так и ведала. Не быть мне попелушкой. Яночка, супокойся. Будешь ты попелушкой, але сучасной. Так можно? Ну, коли у меня не отрымалось сучасной феей быть, у тебе отрымается сучасной попелушкой стать. Я готовая. Ой, дякую, феечка, что спынили гэтую плаксу-ваксу. И с чего моя карета будет? Наприклад, с худкого велосипеда. Ой, яго нават у карету можна не ператвараць, толькі зрабіць крыху больш. Не праўда? Цяпер усе прынцэсы рассякаюць на веліка. А што? Цудоўная ідэя! Я лячу на баль, на самай вялікай хуткасці. Ой, толькі як у прыгожай доўгай сукенцы на веліку ехаць. Одно лохмоще от сукенки застанется. Феечка, я у лохмоти на боль не пойду. Могу пропоновать модель вопротки для сучасной попелушки. Давайте худшей. Вось, бандана цудовно подыдет. О, можно танцевать до самой ранницы, и ни одна прическа не раскудлатится. Вось. Давайте поспробуем. Так. Раз, два, три. Правде кажучи, так и есть. Тады придется без банданы танцевать. Не, просто треба танцевать не вальс, а больше сучасный танец. О, поспробуйте, девчонки. Топа, долучайся. Будешь дальше сучасно прыгаться. А что, вельми веселый бай. Треба подумать. У касты попелушка обовязково повинна сгубить один из них. Только давайте придумаем мне что-нибудь вельми пригожее. А это вельми корыстное. Може, боты-худкоходы? У бота-худкоходы наша попелушка так тупать почне, что палац принца развалится.
можешь. И правда, треба придумать что-нибудь больше зручное. У меня пропонова. Отправить нашу сучасную подружку на баль не у корыте велосипеде, а на роликах. Так что, девчонки, не сумуйте, коли под рукой нема чего-нибудь чаровного, а фантазируйте. И навод палочка чародейная мне не спотребилася. Так, мы ее покинем для соправдных чаровництвов, а сучасной принцессой можно стать и без допомоги чародейной палочки. И добро, что вы без горбуза обышли. И мыши нам не спотребились. Бо я их не вельми люблю. Треба и над твоим образом пофантазировать, Топочка. Ты, Топочка, будешь сучасным принцем, ти наоборот, с минулого. Я? Ну, коли я захочу быть принцем, с будучего. Тады я ведаю, что тебе пропоновать. И я так сама будешь космичным принцем. И на баль полетишь на летающей талерцы. А замест короны мы замацуем на твоей голове колеровую лямпочку, антенку. Леночка, это не болючо? Что ты? Тебе сподобается. А можно я трошки подумаю? Мне до всего нового призвучается треба. Ну, думай, думай, Топочка. А мы покуль мультик поглядим. Да. А я подумаю. Я, Топа, самый сучасный принц, прилетел до вас с великой медведицей. Судовно, судовно выглядаешь, Топочка. Ну а зараз всем маленьким принцам и принцессам час чистить зубки, мыть тварики и кластися спать. Чаровных снов, маленькие. Тихо-тихенько лежит.